Сядьте, пожалуйста, на пол. Расположитесь комфортно. Почувствуйте, как ваше тело располагается на полу. Руки вытяните вдоль туловища, голову положите на бок. Почувствуйте, как с полом соприкасается щека, скула, висок, как с полом соприкасаются плечи, какое плечо более ярко прижата к опоре, как соприкасается с полом грудная клетка, где ее контакт наиболее плотный, в передней, средней, нижней трети, как соприкасается с полом живот, и чувствуете ли вы движение грудной клетки и живота на высоте вдоха и выдоха. Почувствуйте, как с полом соприкасается таз, его левая и правая половина, бедра, голени, стопы. Угу. Великолепно. Теперь, пожалуйста, поднимите голову и посмотрите перед собой. Заметьте горизонталь, до которой вы можете поднять взор. Мягко, плавно опустите голову обратно. Еще разочек поднимите голову и посмотрите перед собой. Мягко, плавно опустите ее обратно. В очередной раз, поднимая голову и смотря перед собой, почувствуйте, куда смещается вес тела в тот момент, когда вы поднимаете голову. Мягко, плавно опустите голову обратно. Еще разочек посмотрите перед собой. Вес тела смещается в сторону грудной клетки, живота, таза, бедер, где вы наиболее ярко ощущаете контакт. Мягко, плавно опустите голову обратно. Теперь, пожалуйста, согните руки в локтях и расположите их максимально близко к грудной клетке, так чтобы кисти, сжатые в кулак, находились на уровне плеча, а локти и сами руки располагались вдоль туловища. И в этом положении, пожалуйста, поднимите голову вверх. Обратите внимание, насколько высоко вы можете поднять голову, где горизонталь взора. Мягко, пусть плавно опустите голову обратно. Еще разочек поднимите голову вверх, посмотрите, где горизонталь взора и куда смещается вес тела на уровне туловища, где наиболее плотно вы ощущаете контакт. Опустите голову. Еще разочек поднимите голову и ощутите контакт тела с полом. Наиболее плотный контакт в области грудной клетки, живота, таза, бедер. Мягко, плавно опустите голову обратно. И в этом положении, пожалуйста, согните ноги в коленях, расположите стопы, направьте стопы к потолку. Угу. Великолепно. Как поменялась зона контакта тела с полом? Где вы ощущаете его сейчас наиболее ярко? В области грудной клетки, в области живота, таза. И в этом положении, пожалуйста, опять поднимите голову, отметьте горизонталь взора. Мягко, плавно опустите голову обратно. Угу. Повторите это движение несколько раз. И почувствуйте, в какой зоне тело начинает наиболее ярко прижиматься к полу, когда вы поднимаете голову. Угу. Великолепно. Опустите голову. И теперь, пожалуйста, прижмите. Постарайтесь, это только направление движения пятки к ягодицам. Верните ноги в нейтральное положение. Опять постарайтесь, направьте пятки к ягодицам. Они не должны прижаться к ягодицам. Верните ножки в нейтральное положение, пятки смотрят в потолок. Повторите это движение несколько раз и обратите внимание, куда в этот момент смещается вес тело, где ваше тело на пол начинает давить более ярко.
в области грудной клетки, таза, бедер. Может быть, давление усиливается в области головы. Великолепно. Теперь давайте поработаем стопами и приведем стопы к голени. Мягко, плавно расслабим ножки. Опять ноги согнуты в коленях, пятки обращены к потолку. Вы стопы прижимаете к голени. Мягко, плавно снимаете напряжение. И в тот момент, когда вы направляете стопы к голени, обратите, как меняется контакт тела с полом. В тот момент, когда вы совершаете движение стопами, где вы наиболее ярко ощущаете соприкосновение тела с полом в области грудной клетки, головы, может быть, таза. Великолепно. Опустите ноги и отдохните. Теперь давайте расположим руки чуть выше. Поднимем их так, чтобы локти располагались на уровне лица, на уровне головы, а ладошки были направлены вперед, вверх. Великолепно. И в этом положении, пожалуйста, приподнимите голову и посмотрите перед собой. Почувствуйте, как вам удается сделать это высоко по сравнению с предыдущими попытками. Мягко, плавно опустите голову обратно. Опять поднимите голову, посмотрите перед собой и почувствуйте, насколько это движение для вас легко в исполнении. Мягко, плавно опустите голову. И в очередной раз, поднимая голову перед собой, посмотрите вверх и почувствуйте, как меняется зона контакта тела с полом, где вы наиболее ярко ощущаете соприкосновение в области ребер, живота, таза, бедер. Мягко, плавно опустите голову обратно. И еще разочек. Поднимите голову, посмотрите перед собой, почувствуйте зону контакта тела с полом. Мягко, плавно опустите голову обратно. И теперь давайте опять поменяем положение рук. Поставим руки, ладони в области головы, так, чтобы ладошка плотно прижималась к полу, а локоточек смотрел в потолок. И образуется так своеобразный упор, как будто вы собираетесь отжиматься. И в этом положении, пожалуйста, поднимите голову и посмотрите вверх перед собой. Оцените, насколько высока горизонталь взора. Мягко, плавно опуститесь обратно. Опять поднимите голову, посмотрите перед собой. Оцените, насколько высока горизонталь взора. Мягко, плавно опуститесь обратно. Великолепно. Теперь опять поднимите голову, но уже оцените, как меняется зона контакта тела с полом, куда наиболее ярко смещается вес тела. В области живота, таза, бедер. Мягко, плавно опустите голову обратно. Великолепно. И в этом положении, когда ладони в упор в пол, локоточки смотрят вверх в потолок, согните ноги, стопы, ноги в коленях, стопы направлены вверх к потолку. И повытягивайте носочки вверх к потолку. Мягко, плавно снимите напряжение. Опять вытяните носочки вверх к потолку. Мягко, плавно снимите напряжение. Опять вытяните носочки вверх к потолку. И почувствуйте, какая часть тела в этот момент наиболее ярко прижимается к полу.
Расслабьте ножки. Опять вытяните носочки вверх к потолку и почувствуйте, какая часть тела наиболее ярко в этот момент прижимается к полу, а какая наоборот. Степень давления ее уменьшается. Угу, великолепно. И опять посмотрите перед собой, поднимите голову, оцените величину горизонтали взора, насколько высоко вам удается это сделать. Опустите головушку, опустите ноги вниз на пол, руки вдоль туловища. Угу. Великолепно. Опять оцените контакт тела с полом, плотность его, как соприкасается лицо, щека, скула, висок с полом. Как располагаются на полу плечи, грудная клетка, живот, таз, бедра, где наиболее плотно вы ощущаете контакт тела с полом. И в этом положении, пожалуйста, поднимите голову вверх и посмотрите перед собой, насколько сейчас поднять вам голову легко и просто. Опять. Поднимите голову, посмотрите перед собой, оцените высоту горизонтали взора. Мягко, плавно опустите голову обратно. Угу. Великолепно. И еще разочек, поднимая головушку, посмотрите перед собой и оцените, где вы наиболее ярко ощущаете контакт тела с полом. В области грудной клетки, живота, таза, бедер. Мягко. Плавно опустите голову обратно. Теперь давайте сделаем 3 последовательных движения. Руки согнуты в локтях, сжатые в кулак, кисти под плечами, локти прижаты к туловищу. Поднимите голову вверх, оцените высоту горизонтали взора, как она изменилась по сравнению с началом урока. Мягко, плавно опустите головушку обратно. Расположите локти на уровне лица. Кисти, расслабленные на полу. Опять поднимите голову, посмотрите перед собой, оцените высоту горизонтали взора. Угу. Мягко, плавно опустите головушку обратно. Поставьте руки в упор на пол, кисти перед лицом, локти смотрят в потолок. И опять поднимите голову, оцените высоту горизонтали взора. Мягко, плавно опуститесь обратно.